Сабанака. А это кто тут? Эти мамочки. Эти собаки. Пошли. Пошли, Сан. Мама приехала. Мамочка, не ты. Испачкайте, блин. Ай, жук, он меня укусил. Этот самый ущипнул за руку. Так, хорош. Ущипнул немножко. Так нельзя делать. Жук. Щипнул за руку. Так, нельзя. Что ты за... что ты меня кусаешь? Стой, стой, успокойся. Успокойся, я здесь. Все, все, тихо. Альма, пошли. Пошли, папа заезжать будет. Пойдем. Пошли, пошли. Жук, не смей кусать. В чем дело? Держи себя в руках. Привет, ну все, будь спокоен. Тише, тише, тише. Тихонько, тихонько. Эмоции у него зашкаливают. Стоять. Сюда иди. Это они, этот самый, маму отвоевывать. Машина будет ехать сюда, идите. Пошли, пошли. Жук, иди сюда. Жук, пошли, Альма. Пошли сюда. Пошли сюда, сюда иди. Иди сюда быстро. Да, папа заедет. Все, заехал, пошлите. Ой, дурилки. Картоновые дурилки. Привет, моя прелесть. Да и ты тоже, и ты. Я ж тебя уже гладила. Я тебя уже гладила. Все, все. Вот, ребята, что мы купили. Вот такой редуктор и шланг. Редуктор 100 гривен. Шланг 200. Итого 300 гривен. 5 метров по 40. Угу. Да, итого 300. Все, сейчас будем подсоединять газ. А у нас в квартире газ, это раз. А у вас? А у нас водопровод, вот. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котяти выросли немножко. А есть из миски не хотят. Не хотят. Успел одеть, а уже весь в пыли. Да вы, сударь, свин? Свин, да. Посмотри, что творится. О, кто-то жрет. Это гусеница. Паршивый. Костян он пищит. Ласа охотница. Мышку съела ночью. Ребята, вот наша газовая плиточка. Мы будем обдирать ей пленочку. Это нержавейка. Ну, понятно. Все, мелкие какие-то. Это можно смотреться, да? Как зеркало. Тебя, как зеркало. Догадываю движение. Вижу в нем любовь свою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Смотри, как у нас хорошо получается. Угу. Петь или обдирать? И то, и другое. Да. Так, тут сбоку тоже. По бокам. Везде это пленочка. Ну правильно. Чтобы ничего не поцарапало. Лучше ее ободрать, потому что она будет нагреваться. И загораться. Она поплавится, приклеится. И будет фигня. Потом ее не отделешь. Так, сейчас я камеру поставлю, что он не мешает мне. Давай. Несем на место ее. А вы идете или нет? Опа! Так, света нет, извиняйте. Боже, она огромная! Как ее поставить? Папка, она большая! Ну так она поставит еще. Мешать будет. Угу.
А эту плитку здесь оставим, да? Ну, пока пускай стоит, да. Ого-го! Рабочая поверхность, однако. Ну, да. А эту нельзя повернуть? Не дотягивается розетка, да? Да, нам нужно розетку подвинуть. Чуть-чуть, не? Нет. Не движется? Там это мешает. Ну, а если наоборот, эту сюда, тут не надо, да? А, ну давай так. Ой, блин. О. Сейчас. Вот так вот, да? Ну, нормально тебе будет? Да. Вполне. Так, сейчас мы... А, тут ножки, ножки мы не привинтили. У нее ножки там еще есть, о, пакетики. Так, а ну собаки успокоились. Не трогай кошку. Ребята, прикручиваем. Этот редуктор. Зажимаем хомутиком. Сережа зажимает. А мамка помогает. Да. Наблюдает. И трындит языком. Это нормально, мать. Прижал чуть. Так, разводной ключ где-то я где-то видел. Вот. А, это маленькие, большие? Ландыши. Так, а где ж он ландыши будет стоять? Болот? А тут и будет. А, держи. Вот тут и будет пока. Да? Да. Пока здесь. Вот сюда протянуть его, да? Ну да. Тут 2 метра есть между? Да? Ну да. Есть. 2,5 даже. Я буду в основной дальней пользоваться. Здесь, которая. И вот все. Блин, огромная! Она такая большая. На весь стол. Офигеть. Ни одну электрическую плитку пришлось отсюда убрать. Ребята. Она большая. Мне теперь тут негде резать. Нарезать. Прикиньте. Ахаха. Что там? Обратная резьба. Потом надо будет его повернуть, чтобы он туда, чтобы мы там вот проложим. Ну так балосим повернуть. Да, да. Вот так, да? Ну да, он туда наверх пойдет. Вообще, я первый раз с газом, ну, вернее, квартиру где-то снимали, там, сутки, двое, там, когда-то пробовали. Это мне Сережка зажигал, я не могу. Мама, у нас в городе никогда газа, отродясь, не было. Всегда только электрическими плитами, ребята, поэтому первый раз. Я вообще не знаю с ним, не то что на вы, вообще, не знаю, кто это и что это. Ну, все. Пойдет? Да. И вот там прокладывай его сзади. Ой, осторожно. И ось, ой, миска собачья. И здесь. А тут он, ой, аккуратно, чтобы плитку не поцарапал. Тут он что, просто надевается, да? Надо подсоединить, а потом поставить. Ой, осторожненько, не поцарал. Надевается и... А, и хомут. Да, да. А у нас есть еще один? Да. Ну, вроде говорят, что это практичнее, чем вот это вот. Но это много лет уже, ребят, она не оттирается, вот эта вот штука вокруг, видите, поржавела, она страшная. Вот, но на ней готовлено, приготовлено, сколько закаток, закруток. Вот, говорят, что за этим удобнее, ну, лучше ухаживать. У нас еще и 3, тут одна, вторая, тут такая маленькая горелка. Там кофеек скопить или что-то такое. Ландыши. Ой, осторожно. Надо натянуть его хорошо. Я не вижу. Ребята, ножки Сережка привинтил. Шланг. Мы изначально их сюда привинтили, я еще думаю. Да, вот тут дырочки, видите, смотрите, по 4 сторонам. То мы их сюда прикрутили, оказывается. Они больше. Да, дырочки. Они больше, чем сам саморезик. И сюда перевинтили. Так, аккуратненько. Пожалуйста. Сереженька. Резинки надо поставить. Да, она, короче, а ну, по-прежнему ерзает. Да, она ерзает, да. Ерзает. Попробую подставь. Нашли просто резиночки такие. О, чтоб, резинка совсем другая. Чтобы не столкнуть. Обычно вообще должны быть резиновые ножки. Вот у меня у плиты тут какие. А, нет, тоже пластмассовая бабка. Тоже ерзает, да? Просто она потяжелее и ну, лучше стоит. Ну, здесь просто... О! О, и под передние ставь, и все. Да. Поверхность такая. Ну да. Где у него вот они? Угу. И все, она будет нормально стоять. Все, подсоединили, ребята. С
все должно функционировать. Я боюсь, надо открыть, папка, этот самый. Что? Баллон. О, все, мам. Да? Прикольно. Нормально, да. Так, а вообще оно. Подожди, не открываю. В левую сторону, да? Вот, вот так вот. А что за щелчок, а потом еще. Куда я да, все, все. Вот это off, выключить. Он включено. И вот это чуть-чуть. Нажимаешь, вот это... гляди. Она так не поворачивается. Ты нажимаешь ее внутрь. Да, да, я поняла. И, вот, и это максимально. Она включена. А чтобы мне чуть-чуть газа, то это вот она зажглась, огонь сработал. Тут же, по-моему, автоматический поджиг идет. Что-то не получается. На что не получается? Почему? Не знаю. Да. Получилось, погоди, сейчас здесь должно получиться. А, он просто не дошел еще. Да, да, он еще. А что ты прям три вырубаешь? А посмотреть, так можно? Как оно. Как а оно это возьмет? Для маленькой какой-то, да, этой самой? Ну, подогреть кружку там с чем. Вот, вот тут нечетко, видишь? Да, а, что я не знаю. Может, потому что три не хватает мощности, а ну одну выключи, как-то она. Вот это вот хорошо горит, да? Вот это вот последнее вот это. Ну а если ее выключить и вот это включить, допустим. Угу. Как-то вроде не совсем проходит. Ну да, да, пошевели ее, ну она же как-то шевелится, что-то. Все равно. Плохо проходит, да? Вроде да. А почему так? Не знаю. Забито уж чем. Странно. А чем она может быть забита? Ну вот это вот полная мощность, да? Продусь. Мне кажется, слабовато, да? Вот погоди, вот это лучше. Да. Надо что-то поставить, попробовать вскипятить. Вскипнет аж бегом, мам. Знаешь, что плохо? У нас чайника обычного нет. Да. Что, что кастрюля, ставить? Надо купить, блин. Да, надо чайник. Купить. Чайник. Обычный с ручкой такой. Погоди, что-то мне не нравится, не знаю, что. Что, а? Слабо? Да что-то... Что? Такое ощущение, газом пахнет. Может, так и должно быть, она новая пока, ну. Сейчас открыт газ, да? Не, я закрыл. Ребята, дубль номер два. Короче, на коробке написано автоматический поджиг. Ну, там искра есть. Искра есть, мы посмотрели, да. Открываем. Вот, газ здесь открыли. Может, там в баллоне мало газа? Да черт, я знаю, мам. Ну, я же не знаю. Вот здесь. Сейчас пробуем поджиг. Автоматически, видишь, она. А есть. Видишь, как слабо она горит? Мне кажется, может, газа мало. Половинка только горит. Дубль номер три. Да. Сейчас там все установили, вроде нормально. Все, открываем газ. Открываем газ. Не знаю. О, и тут хорошо гореть стало, да? Угу. Ну, все. Все, закрывай. Я сейчас кастрюльку приготовлю какую-то. Здесь хорошо горит. Да, стал хорошо гореть. Все, а можно я, баб, ты поставь? Можно я попробую включить? Ну, конечно, можно. На, все, давай. Все, загорелось. Ну, видишь, как хорошо. Только я сейчас крышку найду и все. Блин, нифига себе, махина какая-то. Классно, мне нравится. Теперь я настоящая сельпунка. Сейчас вскипит. Не сейчас, прям. Прямо он моментально должен вскипеть. Альмака. Собачка. Что ты глазом моргаешь? Не моргай. Не, ну конечно, не за минуту, но она быстрее вскипает, чем на электрической, да? плитке. Посмотрим. Я обожглась. Да? От кастрюлю, она кипяток. Нифига себе, ребята! Да. У меня на плитке бы еще холодная кастрюля была. Обожгла пальцы, газ, я газ, вот газ сюда дотронулась до кастрюли. Я в шоке. Офигеть. Я тебе говорю, сейчас вскипит скоро. Вот это да!
Нифигашка себе. Это считай, что ты на огонь. Это огонь, жарить. Мамка. А плитка, она пока разогреется, ну, то есть медленный А у меня же процесс. Еще и все плитки, она разогрелась, потом раз, автоматика ее отключает. Она разогрелась и отключает, срабатывает этот самый. Блин, обожгла палец, представляешь? Офигеть. Слушай, ну давай готовить, смотри, да, она уже вот. Там бульбашки. Да, вот кипит. Это я в шоке. Давай чашки готовить, что ли. Понравился тебе газ? Да. Ребята, пошла на огород, блин, вляпалась в эту фигню, это все теперь навсегда. Да, ее никак так отсюда. Жалко, это моя кофта основная, вот эту. Не выберешь, блин. Он какой-то этот пинцет. Я с клоками отдираю. Ой, ну, жалко. Ладно. Черт. Так, короче, на огород ходила. Носки сняла, чтобы, короче, ноги чистыми были. А мне насыпалась земля. Надо мыть самое. Ноги, да? Блин. Угу. Читак так отпадет. Холодно ноги мочить. Ну да. И да, подогреть да. Нечем, света нет. Так бы подогрели в этой. Да. Да, жук. О, можно тебе вскипятить в ведре. Да ну. Сейчас я домой приеду, помою. Вон оно все, уже все поотпадало. Дома помою, да, все. Кислас. Че она там следит, сидит? Может, опять ловит мышь? Кто-то там есть, наверное. Она крутая охотница, оказывается, да вас. Что-то передалось ей от Алисы, да? Mm-hmm. Такое. Внезапно подкрадываться. Помнишь, как Алиса? Такая лапу задержит. Потому что это выдержка называется. Да. И такая лапа у нее висит. Она не она замирает. Долго может. И долго может стоять. Психика хорошая. Да, потому прежде что... чем кинуться на добычу. Угу. И ласа ходит, выискивает. Она узнает места, где может быть добыча. И шастает. Вот тебе и домашняя кошечка, да? Да. Еще купить таких калошек. Угу. А нам зимние надо еще купить, да? Угу. Те уже такие подизносившиеся. Да, да. Они зимние, по-моему, 120 стоят, а эти или 70, или 80. Закупим, да, еще надо купить. Зима впереди. Ой, да, я, зима впереди. Я сейчас буду Сереженьке варить этот самый суп харчо, пап, угу. С мясом. Спасибо тебе, родная. Пожалуйста. Ребята, ну что, я начинаю готовить, у меня уже варится, у меня тут прям такое, как на профессиональной кухне, тут варится бульон, я убавила огонь, но мне кажется, нам можно еще убавить, вот так вот, да, чтобы он не сильно кипел, а тут сковороду поставила, горит, горит, короче, только у меня сковородка почему-то, ну, плохо тут стоит, она ерзает, ну, вот так вот нагибается, поняли, как-то не тот размерчик, наверное, видите? Надо осторожно. Плохо стоит, прикиньте. Не предназначена, наверное, для этих. Света-то нет. Вот. Поэтому я Сереже сейчас на обед. Мы будем обедать. Можно по видео подумать, что мы только едим, да? Тут пюре и котлеты. Сейчас буду греть на сковороде. Только попросил не на растительном масле, а на сливочном. Сейчас мы сделаем. О, она уже разогрелась. Ну-ка, ну, довольна. Я только включила. У меня тут уже шкварчит. Даже вон корочкой взялось, блин, поджаривается. Я уже убавила огонь. Я в шоке. У меня слов нет. Теперь будешь пользоваться газом постоянно, да? Наверное, да, папка. Наверное, да. А у меня только есть, где баллоны заправляют. Хотя я не знаю этого баллона, насколько хватит. Я не пользовался никогда баллоном. А ничего, разберемся. Ну да. Не знаю, на заправке. Да я шучу, конечно, буду заправлять. Но я буду ездить, заправлять. Лишь бы ты была довольна. Да. Лишь бы мамочка была довольна. Все, я вырубаю, пускай постоит. Все. Да? Ну, все. Правильно, ты отключила белую все, полосочку. Да. Все, пускай постоит. Что, баклажаны у нас есть. Угу. Сейчас что-то, что еще надо? А чай вскипятить да, надо. Давай. Вот кастрюлька, да? Для чая, да? Давай я водички налью. И завоняло, да, чем-то? Чуть-чуть, что-то пыхнуло такое. А ты правильно сюда крутила? Да. Да? Да.
Может, это этот самый, я же первый раз сейчас ей пользуюсь. Это тоже сразу завоняло. Помнишь, у нас, наверное, краска погорела. Понял, да? Горелой краской. Нормально. Она как новая, наверное, где-то что-то обгорело. Сначала это завоняло, сейчас уже она не воняет. А это же первый раз сейчас так долго попользовалась. И она после этого завоняла. Сейчас оно пройдет. Так, ты сюда водички дольешь и ставим. Ребята, вы скажете, артисты то и делают, что едят. А я уже говорила, да, так по видео этот самый. Просто да, мы когда едим, расслабляемся и вспоминаем за камеру, да. О, у меня еще тот чай не допит, посмотри, я какая богатая. Ребята, свет дали, цены да, нет. Ура. Ноутбук наполовину разрядился. Ну все, ты подключил к сети его, да? Да, да. Ну, все четко. Все, ребята, обед, картошечка, котлетки. Классно. Хлеб. Солнышко вышло, но цены же нет. Да? Да. Колбаска. И вот тарелочка и баклажаны. Так все вкусненько выглядит. Да. Все, ребята, мы садимся есть. Приятного животные тебя. С нами, вот будем подкармливать их по дороге. Даже. А где Альма? Закрылась опять в комнате. Ребята, у нас уже свет дали. Короче, я сварила суп харчо. Ой, не знаю, насколько тут видно. Вот такой вот. С мясом. Суп харчо. Получился остренький. Сергей любит остренькое. Я старалась ему угодить. Все, супчик есть. Суп харчо. Ребята, здесь варится каша с собаком. Вот она кипит. Да, конечно, моментально закипает. Время экономится просто колоссально. Все, каша варится. Так, был еще кусочек колбаски маленький, я туда кинула. Вот. А я сейчас хочу еще, раз так дело пошло быстро, то я сейчас еще сварю, ребята, компотиус. Готовлю компот из яблок. Где вы там? Яблочки нарезаю. И сейчас пойду еще соберу пару горсточек малины. И сюда добавлю. И будет обалденный компотик. Лена звонилась, она пришла домой, пообедала. Короче, она спросила суп у меня. Я ж утром бегала же за куриным филе. Этот самый, сварила суп, поставила на плите, так как он горячий. Она пришла со школы, не сразу мне позвонила, звонит. Я говорю, мама уже пришла. Я говорю, ты что ела? Она говорит, я сейчас кушаю. Я говорю, что ты кушаешь? Пюрешку и котлеты. Я говорю, а суп? А где суп? Блин, я говорю, Лена, надо было посмотреть, на плите стоит. Ну ладно, говорит, я уже вечером поем. Короче, вот так вот. Придет вечером покушаем. Ну, не увидела, спешила, наверное. В холодильник заглянула, что есть, то и взяла. А, и мне фотоотчет же прислала. Фотку. Картоха, котлета и бутерброд, сделанный с красной, со сливочным маслом, с красной рыбой. Нехилый обед, хорошо. Наелась, ей, наверное, тяжело было идти через весь город художку. С полным животом. Ну, ничего, пошла. Так. Придет она поздно домой, но так как сейчас не зима, ну, еще не рано темнеет, поэтому дойдет сама, а там уже к вечеру и я приеду. Сейчас еще компот быстро. Да вообще, ребята, я так вот привыкну к газовой плите и не смогу дома, наверное, на электроплитке готовить очень быстро. Не знаю, насколько будет расход, это мы узнаем в будущем, сколько стоит газ, как быстро он иссякает, не знаю ничего. Пока пользуюсь. Вот, а получается, это Витин родственник дал газовый баллон, а там еще и газ есть. Сколько там газа, не знаю. Посмотрим. Надо запомнить сегодняшний день. Сегодня у нас какое? 6 сентября. Буду пользоваться газом. Боже, наконец-то собаки успокоились. Альма что-то поела, и у нее почему-то, ребята, вздутие живота. Она надулась вся. Почему, не знаю, что случилось. Раздула собачку. Сейчас лежит, она отдыхает. Ну, что она как бочка. И даже за жуком не стала доедать. У жука каша осталась. Она не пошла доедать. Че пережрала, че шо, я не знаю. Может, что-то плохо желудок работает. Что он у нее вздутие такое. У меня у самой такое бывает. И сейчас такое.
Надулся живот и все. Пообедали. Раздуло. Так, сейчас еще сюда малинки. И будет офигешка просто. Компотиус. Жалко, нет больше кастрюли размером. Ну, есть, но совсем огромная, 10-литровая, это слишком. В холодильник не надо где поставить. Ничего, я за зиму подкуплю то, что мне не хватает. Кастрюльку, еще чего-то там. Так. Дорезаем последнее. Яблочки. Я убираю косточки, мне не нравится, когда они тут плавают. Все, справились. Есть, смотрите, вот столько яблочек у меня получилось. И сейчас еще малина сюда пойдет. Ребятки, все, уже вечер-вечерок, а раньше темнеет, да? Сейчас время где-то, наверное, 8:30 примерно, уже вот темно. Осень началась. Ну, везет. Сразу видно, да? Да. Везет меня Сережка домой, там Лена уже дома, уроки делает на завтра. А вот, а завтра утречком я пешкарусом приду. На завтра планы: Сергей полезет на чердак, чистит печь в большом доме, всякое такое. Решили мы все-таки эту печь подделать, привести ее в рабочее состояние, насколько это возможно, и попробовать зажечь, затопить, правильно говорить, да? Да. Вот. А можно попробовать, у тебя есть бумагу поджечь. Ну да. И будет видно. Да. Ну, а по-любому, наверное, сразу затопит, потому что много лет не топилось. Ну, посмотрим. Короче, сделаем большой дом для зимовки. Угу. А потом уже маленьким займемся. Да, да. Так, так мы решили. Все, ребята, возвращаюсь домой. Мамку завез, Ленку увидел, обнял. Что там у меня по плану? Вернусь, налью собакам воды, они уже покушали, и буду делать видос. Завтра на 7 утра надо, чтобы вышел. Где-то там около часа. Все, всем пока-пока.